Всем кукусяндр, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Юрчик, и сегодня мы играем в GTA 5. Здорово, ребят! Ребят, сегодня у нас новенькое шоу на канале, которое называется «Дырявые блоки». Друзья, вы посмотрите, что у нас здесь сегодня есть. Это огромное количество разных блоков, которые стоят на разном расстоянии друг от друга. С каждым блоком расстояние увеличивается, и проехать становится все сложнее и сложнее. Сегодня мы при помощи рандома, при помощи случайных машин, постараемся проехать до самого финиша и узнать, какая машина кажется наиболее удачливая и счастливая. Суть очень проста. Будет около 15-20 раундов, посмотрим в зависимости от времени. И, разумеется, друзья, сделаем таким образом то, что в каждом раунде, кто уезжает дальше, имеет право сделать себе две машинки на выбор. Поэтому, Юрец, по самому началу ты спавнишь себе по одну машину, и я тоже делаю себе одну машину давай, проезд. И у меня это... Давай, Юрец, стартуй, я с тобой. На проезд, да, давай, да. Ты я наблюдаю за Юрцом. Юрец едет, едет, едет и врезается в 27-ю. 27-я. Не доедешь, я думаю. Да ладно, чего мне выпало такое? Что за велосипед, блин? Ну едет, кстати. Блин, даже если 25. Это ведро, то... Если бы сейчас я доехал бы 27-го, я бы очень удивился, конечно, да. Я бы тоже удивился. Ну, это 1-0 получается в твою пользу, потом ты делаешь себе две машины, делаешь себе одну. О, импрессор, конечно, было бы неплохо, но он, к сожалению, не считается. Это у меня вот такой вот маслкарчик, типа, да, своеобразненький. Неплохо, неплохо. Итак, ты берешь, типа, бэху, да, своеобразненькую. Давай, стартуй. Стартуй, я с тобой наблюдаю. Юрец едет, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, едет, 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 и ты про... Опять 27. Не, туда же. Туда же, хорошо. Ладно, подвески не хватает тут. Посмотрим, что я смогу сделать я на маслкаре, где может быть подвеска чуть-чуть повыше. Я подлетел и, ну, опять коснулся там же. То есть я врезался 26-ю, но перелетел и коснулся. Ну, по факту, да, но платформа та же самая получается. Ладно, идем дальше. Третий раунд теперь у нас. Опять-таки, делаем интересно по две машины. И я хочу большую машинку на больших колесах. Это было бы круто. Да, блин, мне первая бэха. Слушай. Ну, на самом деле... Не знаю, это, мне кажется, будет... Давай, Юрец, стартую я за тобой. Я с тобой пока посмотрю. Porsche стартует. Porsche длинный? Я очень сильно надеюсь, что база зарешает длинная. Ну, сейчас посмотрим. Юрец едет, едет, едет. А ты подлетел, и 29! Хорош, да. Ёлки-палки. В принципе, нормально, вообще неплохо. Вот этого я не ожидал. 29 Юрца получается в этом раунде. Я тоже еду, 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 давай. 20 мы должен брать, наверное, да? Не, 26. Она низкая. Да, и скорости не хватило, да. Так, ладно, идем дальше. Опять-таки, теперь я делаю одну машину, ты делаешь себе две тачки. Да, у меня это такой вот... Вот такая вот тачка, типа Феррари какая-то китайская. Ну, имею в виду GTA-шная. А у тебя там что? У тебя там... Ауди неплохо. РС-очка, да. И вторая у тебя машина. Ого, берешь? Не-не-не-не-не-не. Я его не возьму. А что ты думаешь? Ну, смотри. Ну, смотри. Ладно, поехали. Мы начинаем. Let's go. И мы разгоняемся. И... Давай, 22, 23, 24, 25, 26. Опять сюда же я врезался. Ты куда? Ты 27. Да ну, у тебя немножко подвеска лучше отыгралась, чем у меня. Вот это дела. Ладно, идем дальше. Делаю себе опять-таки одну машину. О, X6 на вроде как хорошей подвесочке, поэтому... Ё-май! Дракстер у тебя, да ну! Еще один, смотри какой! Серьезно, что берешь? Я бы тоже взял. На самом деле, если это одна идея, есть машина, которую на дыбах прям ел, знаешь, и там, в принципе, было бы прикольно ехать. Да, ну ладно. Ладно, давай стартую, я с тобой пока посмотрю, потом я, пойду за тобой. Как ты сделаешь? Ты сделаешь на дыбах, типа, и смотри, поехал, и... А, нет, 26, да. Лодочка, наоборот, хуже вышла. Подрубай мигалочки, давай, X6, я в тебя верю, и... 27! Хорош! Чуть-чуть дальше. На один дальше. Хорошо. Окей, теперь я делаю две машины. Я был дальше Юрца. И это первая Мерседесина. О, серьезно, у тебя какая тачка. Братан! То же самое. То прокатимся. Ой. Что ты там делаешь? Байки. Дай-ка тебя байк украду обратно. Отлично. Ну слушайте, тачки прикольные, и ты готов, скажи мне.
Да, я сейчас ковш единственного уберу спереди. Ну давай, давай, все, давай, давай. Готов. Давай, стартую с тобой. Сейчас пока посмотрим за Юрцом. И Юрец тут у нас поехал. У него подвеска высокая. Да, есть надежда, есть шансы. Ты 27, о, да? О, я даже на 28 почти полез. Да, нет, ты не коснулся, нет? Нет? Нет, не коснулся, ага. Посередине упал. Я понял развернуло. Себя. Давай, давай, что-то вообще такое, не знаю, но это очень смешное что-то. И... 28! Слушай, на самом деле, если бы не цифры, кажется, я пролетел бы дальше. Если по-честному, мне кажется, я... Да, я вроде как врезался, если не ошибаюсь. Ну, слушай, 28, опять-таки, я дальше Юрца, это хорошо, это хорошо. Ну что, ребята, мы идем дальше, я делаю себе две машинки, получается. Ты сделал себе корвет, хорошо. Так, и у меня сейчас первое... О, Феррари, супер. Суперфаст, неплохо. Хорош. И BMW, ребят. Я возьму Феррари, потому что она быстрее, возможно, будет хороший рикошет. Логично. На это я очень надеюсь. Так, пока Юрец там разогнался уже, смотрите, едет, рикошет. Коснешься, коснулся, 28, да, коснулся. Да. Ладно, долетел. Суперфаст, давай, я тебе верю, поехали. Давай, Суперфаст, полноприводный. Но суперфаст, летающая тачка, кстати. Это да. Хорошая скорость. 28 тоже. Блин, я думал, дальше тоже полетит, потому что хорошо уже прямо наехала. Вот это обидненько, на самом деле. Окей, идем дальше. Идем дальше, делаем машины, поехали. А то у меня первая вот такая. Но с тобой ничья. О, прикол. Блин, ну тачки тоже. Я возьму длинную базу, наверное. Ну давай, бери длинную базу. Я возьму супер быструю тачку. Ну, она не супер быстрая, но просто быстренькая. Быстрее, чем моя вторая машина, которая была у меня. Это асфальт, тачка из асфальта. Стартанул, да, понимаю, Юрец, не очень быстро. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим. Так, вот он едет. Это машина, это ракета. Коснешься? Коснулся! Рикошет 26-й. Это попадос. Что за подстава, я не понял. Ладно, давай, разгоняемся. Ну, дельфинчиком неплохо дал. 26, не рикошет. Нет, я провидел, как ты захлебываешься там. Эх, обидненько, ну ладно. Ну то есть, что мы выяснили? Скорость и длинная база, и подвеска решают. Да тут, да. Поэтому все вместе бы вообще в идеале. Еще рикошет, неплохо, да-да-да-да. Полетел. О, Джонни Секонд Хенд у меня машина. Джонни Секонд Хенда на самом деле. Неплохо. Так, а что там что? У тебя там тачки. О-о-о, что берешь? Что выбираешь? Но я ламбу попробую. На ламбу? Ну слушай, посмотреть. Ну ламба, я думаю, должна катку просто потащить. Но посмотрим, не знаю. Поэтому давай, ты стартуй, я на тебя сейчас буду смотреть, как ты поедешь. И... Лишь бы посмотреть, я сам участвовать. Лишь бы хочет, посмотреть, да? Нет, я участвовать тоже хочу. Поэтому, так, Юрец разгоняется, едет. И 27, да? Ровно 27. Так, Порше, давай, я в тебя верю, поехали. Ты же быстрый Порше. Ты же быстрый Порше или как? Вроде, ну так. Это вроде летающий, кстати, тоже. Да? Давай. О, 29! Повторил экстрабал, однако ставим. Слушай, два Порше на экстрабале, глянь, короче, получается. Ты понял? Да, забавности. Прикольно. Хороший был рикошет, но на самом деле, прикол в том, что у нас не было еще пока ни одной машины на реально хорошей подвеске. Только сказал это, и тут сразу на выпало. Чего, блин? Да ладно. Не, ну если это не 30, то я в шоке сейчас буду, если честно. Ну, сейчас посмотрим, у меня здесь, ну... Такой, да. Ладно, одна давай. Ниже другой, да. Давай, стартую, я на тебя просто посмотрю. Но она медленная, на самом деле, у тебя, поэтому... Она медленная. Ну, 100 хотя едет уже. Ну да, хотя, мне кажется... Да! 29, нет! Если бы был рикошет! Если бы задел, я бы дальше, может, долетел. Хотя там... А где 30-я ступенька? Почему у нас 29-я и 31-я сразу? А, серьезно? Там нет 30-й? Художественный фильм «Шпыль». Да. Ой, ну я тоже... Слушай, ну было бы неплохо, если бы ты бы там где-то встал, но, ребята, такую тачку, как у Юрца, догнать было очень тяжело. Ладно, идем дальше, делаем тачки, я делаю себе одну, это вот такая вот... О, неплохо у тебя, неплохо. Давай поедешь на лодке с колесами, реально, это же... Я поехал, просто я врежусь, да улечусь с нее. Она же такая. А, ну да, кстати. Не, она может быть без тебя просто полетит, да и нормально как бы. Ладно, поехали, стартуем. Кому? Может и нормально. Так, ну мы с тобой вместе поехали. И давай. О, неплохо. 29, коснись. Я не коснулся 29, а ты коснулся. Я коснулся. Я 27 был, да. Я не коснулся 29, слушайте. Ну, там уже 3 экстра... 4 экстра балла 29? 4 уже, да. Неплохо, да. Реально, 29, 31, ребята. Идет 30, как бы просто пропал. Просто украли, неплохо. Ладно, идем дальше, делаем машинки. Я делаю опять-таки одну, да. Давай мы со следующего раунда сделаем GTR. Сделаем кое-что еще. Давай мы теперь проигравший будет делать две машины, а победивший три, чтобы было поинтереснее. Потому что думаешь? Выбора мало, да, получается у нас. Так, ну я пока удаляю лишнее, так. И тебя там... ты бьешь геттер, да, в итоге?
тебя... Да, он быстрый, надеюсь, зарешает как-то. Ну давай, я на Audi стартую на полноприводную, кстати говоря, неплохо так стартует, поэтому разгоняемся, давай. Я верю в тебя, Аудина, не, 26, она, ехала, да. Ты она сзади очень... просто нырнул. Да, ух ты, очередь... ёпта, 200 еду. Хорош! Хорош! Ты финишировал, я заснял это, офигеть! Вот это да! А я думал, ты... плюс я ехал. Я думал, это невозможно, в принципе, я будет. Я тоже думал, так. Ни хрена себе. На... Ну, там просто удачи, лаки, моменты какие-то подвернулись. Ну да. Ладно, идем дальше, делаем тачки. Теперь проигравший делает две. Кока-кола, блин, праздник нам пришел, как говорится. Ой, и хорошенькая, на самом деле, ламба у меня. Высокая довольно-таки. Что берешь? А это не суперфаст, это F60. Я попробую ее, она шлифует, но она быстрая, ага. Тоже, насколько я помню. Ну давай, давай. Да-да-да, ну что, давай, ты стартуй первый, я с тобой. И, ой, что это было сейчас? Ты что там, все в порядке, стартует Юрец? Ой-ой-ой, хорош, быстро, 160-170. Да? Хорош! Не подлетел, да? Нет. Ладно, давай, ламба. Слушай, ну не, у меня так и скорости, конечно, нету, но... Опа, дельфинчик. 28. Задел. Где и ты, да? Тоже, там же, да. Где и ты. Да, ага, да. Окей, хорошо. Ладно, идем дальше. И у нас сейчас опять-таки, у нас ничья, потом мы делаем с тобой по три машины. Надеюсь, на можно тачку на хорошей подвеске, хотя бы одну. Ах, прикольненький. Торек у меня довольно-таки. Я вам возьму вот этот Nissan, как я понимаю, это Nissan же. Да, это Nissan. Я беру, ребята, Торек. Это же Торек или Тигуан? Вроде да, Торек. Причем мне уже не понравилось то, что он тупил. Да? Не садился в тачку. Ну, слушай, но давай ты стартуй первый, я на тебя посмотрю, потому давай. Что... Не длинная база, но скорость ну, такая. Скорость... Ну, неплохая. А, в 23, серьезно? Охренеть, самый худший. Это самый худший сегодня, да, автомобиль. Даже моя телега выехала дальше. О, кстати, 150. Ну, недалеко, 28. Зацепил? Даже... Не зацепил, 28 только коснулся, и все, где ударился, там и все. Там и финиш. Ну, тогда 29-ки можно смело удалять, они уже... Да, ну, экстра балл, ребят, как тир-геттер побить, я вообще не понимаю. Идем дальше. Чисто чит, и то не факт, понимаешь? Да, кстати, чит не факт тоже, как коснется просто, рикошет, да, это не считается, самолеты мне тут начинаются падать. Блин, так, грузовички. Сейчас и проверим, но нет. А, это почти чит, да, был? Так, вторая и, может быть, какую-то третью хорошую машину. Что это такое у меня? Это что? Это, ага, М4 BMW. На самом деле, выбор невелик, у меня тут, ну, одна более-менее быстрая машина, у тебя там, это что, это китайская у тебя или это Pagani? Да, это не, это Pagani, но... А, Pagani, но не чит, да. Стартуй, Юрец, я тебя, с тобой наблюдаю. Я наблюдаю за тобой. Так, ну она быстро. Она должна быть, относительно. Да? Относительно. Но 28. 28. Да, не повезло. Ну что, бэх, получится, нет? Поехали попробуем просто. Она заднеприводная, к тому же еще. Она еще без звука, к тому же, понимаю. Так, ну только сотку разогнал. Не, что-то прям вообще лень. Медленно, что-то как-то. Лень. Да. Все, 27, да. Просто не поехала. Идем дальше, ребят. Как всегда, мы делаем тачки. И у меня сейчас Приора. Приора. Блин, вторая. О, ну багги, кстати. Кстати, я не знаю, что интересно. Лучше, но я думаю, что багги возьму. Мне кажется, Приора, как бы она, ну, вряд ли поедет. Тем более, это не чит Приора, которая полноприводная. Это обычная Приора, переднеприводная, скажем так. Ладно, мы с тобой стартуем и поехали. Макларен против багги. Разгоняемся и... Ой-ой-ой, а это продувка, я думаю, что там? Продувка? Не, 26, я на один раньше тебя упал, да, багги, она... Ну, багги, она еще железная, она не гнется, не она, мнется. Да, поэтому... она железная, не гнется, не мнется, поэтому, да, поэтому здесь ты выиграл. Идем дальше, я делаю себе две машины опять-таки. Так, это Драгстер? Это Драгстер, да, какой-то? Хоть какой-то. Ну, да. Хоть какой-то. Опа-па-па-па, там у тебя... Да, лучше убери, да. О, подожди! Кстати. Это позорвется, конечно. Слушайте, ну это стоит испытать, стоит попробовать. И так, давайте мы Драгстер пока я удалю. А ты что берешь? Ты берешь эту штучку, да? Ну вот так. Она вот не крашит, взводим. Надеюсь, да? Так, давай-ка ты вперед, чтобы я не тебя знаю. Не врезался. Так, у меня здесь циферки еще на самом деле, поэтому... Ладно, давай я буду первый. Да, то есть... Давай, о, что? Стоп. Она как-то очень-очень-очень резко, потому... Так, немножко отъезжаем назад. Только и не поехали. Лететь, понял? Не читерить. Да-да-да, все, поехали. Давай. Давай, я в тебя верю! Я в тебя верю! Блин, офигеть! Блин. Офигеть! Да! Ну чуть-чуть тебе повезло, ну да!
смогла. Коснулся и взорвалась. Слушайте, ну прям ехала уверенно, да, на самом деле. Это хорошо, 32. Очень хорошо ехала. Так, давай, Рец, я в себя верю. Ты едешь, едешь. Я, конечно, тут, наверное, долечу, если так, но не верю. Да ладно! Достойно, 29. 29, да. 29. Было бы плюс-минус, если было 30-е бы. Прикол в том, что 29 и почти 31, как бы. Типа не 30, да, почти 31. Ладно, идем дальше, делаем тачки. Так, трит-машина у меня. Так, у меня первая такая. Вторая, газонокосилка. Так, и третья у меня... Ну, у меня то ли пенетратор, то ли ягуар. Я не понял сейчас, что это такое. Ну, у тебя сейчас, я классно посмотрю, у тебя это ягуар, да. Так, ну ладно, я возьму именно бронко, потому что... Ну, это же бронко, да? Это же бронко? И что это? Ну, да, надо форд. Да, фордец, кстати, летающий, хороший фордец. Да, да, он хорошо летает. Ты пока поехал, давайте мы сделаем еще 3 раунда, включая этот, поэтому так, ты рикошет, ну да ладно! 31, бум! 31 только. И как это побить? И как это побить? А как это побить? Все-таки решает, это мы уже убеждаемся. И хороший рикошет. Че такой медленный? Ну, что-то да, прям вообще, прям ну, очень, да, 28, да. Не, прям, она бы, может быть, рикошетнула благодаря своей высокой подвеске, но она была очень-очень медленная. Так, идем дальше, опять-таки, делаю себе две машины, это BMW и... Парашют. Парафут? Донимобиль, между прочим. Донимобиль, да, у тебя. И Волгарь, но не чит. И Волгарь, но не чит. Ладно, что но берешь? Донимобиль возьму, так, я конечно пока же. Самолет, а я надеюсь, он раскочегарится успеть здесь. Слушай, ну давай, я посмотрю на это ради прикола, потому что это прям, ну, это интересно, донимобиль, который, по идее, обалдеть какой. Ну, слушай, раскочегарится ли? В общем, вопрос. Давай, стартуй. Я с тобой наблюдаю, 2 раунда осталось у нас, поэтому ты разгоняешься. 150, но не успевает. Не успел, 25, не, да? 25. Так, ну ладно, на самом деле, не, я могу, конечно, прыгнуть с парашютом, все дела. Но... Ну да, но это читерство. Ну слушай, неплохо едет. 28, ну, да. Я, конечно, мог бы прыгнуть, мог бы парашютом актировать, но это уже как бы это читерство, поэтому да. Ребята, ну, впереди да, последний... Полеты. Да, это уже полеты. Впереди последний раунд, делаем тачки, поехали. И... Так, может быть, не хорошенькое. Да, ну что хорошенькое, я говорю, а не это, что это? Так это не считается. Так, Rolls-Royce и последняя машина. Что-нибудь можно мне интересненькое? Пожалуйста. Ну, фордец. У тебя там каенщик. У меня, потому что лоурайд вообще не поедет. Лоурайд, да, не поедет. Ладно, ребята, последний раунд решающий. Давай стартуй и... Ну, каенщик, кстати, на самом деле... Ну, не очень быстрый, но... Неплохой. Ну, неплохой, неплохой, ну, неплохой. Минус 120. Рикошет хороший и... Нет, не коснулся. Я и 28 не задел, да, 29 да, не задел. Да, 27 получается. 27 только. Так, ладно, все, ребята, надежда на Форд Рейнджер, поэтому разгоняемся. Давай. 27 тоже, где и ты, да, только... То есть, казалось бы, да, внедорожники, а большинство просто как бы... Да. Слушай, у нас сегодня есть прям явный лидер, это Геттер, который прям сегодня удивил. Причем, знаешь, что ради прикол, а еще раз так получится сделать или нет? Очень да, я тоже хотел подумать, ну, получится или нет. Потому что, ну это чисто везение или чисто это реально? Чисто фарт, наверное, я думаю. Я думаю, да, потому что... Ну-ка, летит Юрец. Нет! Да ладно! Нет, офигеть, да! Заслуженно вообще абсолютно. Прямо, ребята, Геттер удивляет. Друзья, ставьте лайкусики в комментариях, предлагайте свои варианты, как можно улучшить либо изменить эту платформу, этот, получается, эти блоки. Поэтому ставьте лайкусики, всем удачи, всем пока!